В рядах спасателей пополнения у сотрудников МЧС появился бесценный помощник. Сейчас ему чуть больше полугода, но он уже подает большие надежды. И, как уверяют спасатели, пес в случае необходимости будет готов прийти на помощь. С необычным сотрудником познакомилась и наша съемочная группа. Бодр, красив собой и пока еще немного неуклюжий. И хотя ему всего 8 месяцев, назвать щенком его сложно. В спасательном отряде у немецкой овчарки будет своя специальность – находить людей, к примеру, заблудившихся в лесу. Вот этого четвероногого спасателя зовут Грант. Он уже умеет выполнять все команды, например, Грант, лежать, сидеть, Грант, сидеть, умница. Ну и спасатели возлагают на него большие надежды. Его главное оружие – собственный нос, уверяют спасатели. Грант уже освоил общий курс дрессировки. Теперь ему предстоит повысить свою же квалификацию, после чего четвероногий спасатель сможет проявить себя на боевом задании. Ну, кто-то заблудился, кто-то потерялся, кто-то замерз на улице зимой. Эта собака, все-таки обоняние у них лучше, чем у нас. Они могут найти так же, как в завалах, так и в сугробах людей. И также в лесной местности. Человек лежит где-то, мы не услышим и не увидим. Собака унюхает и найдет. В спасательном отряде для Гранта планируют приобрести тренировочный комплект – городок с различными препятствиями. В его необходимости никто не сомневается. Лишь благодаря упорным тренировкам и необходимому инвентарю собаку можно научить столь ответственной работе. Ну а пока пса тренируют в лесу на открытой местности. Полезно и эффективно. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, телеканал «Север».